Добрый день, ребята. Добрый день, Наталья Игоревна. У нас сегодня торжественное мероприятие. Это выписка. Мы все знаем Леонида, нашего уважаемого амбулаторного экспедитора. Леонид у нас закончил полный курс реабилитации. Он прошел полный курс стационара и амбулаторный процесс. На сегодня у него год чистоты и трезвости. Давайте. Расслабься. Леонид, для меня это очень трогательный день. Год назад я тебя принимала. Мы с тобой ушли по этому нелегкому пути. Я видела, как ты проживал сложности, трудности в этом процессе выздоровления. И сегодня я могу с гордостью сказать, ты победитель. Я вручаю тебе этот сертификат, который гарантирует бесплатную профилактику срыва. Но я надеюсь, что он тебе никогда, никогда не пригодится. И я вручаю тебе этот цветочек, это начало твоего нового пути. И возьми теперь ответственность за этот цветочек, вырасти его. В дальнейшем, возможно, ты сможешь завести себе уже живое существо там в качестве собачки. А возможно, это будут семейные взаимоотношения. И я желаю тебе, чтобы ты рос, развивался, никогда не сходил с этого пути. И помни, пока мы едины, мы не победим! Поздравим, ребят! Можно, да? Конечно. Слушайте, ребят, я не знал, я ехал сюда на пятничную лекцию, и вот Наталья мне сказала об этом событии. Это, конечно, очень торжественный момент. И я хочу сказать, почему у нас год? Почему год – это у нас время X вообще? Есть такое выражение, да, в сообществе, что срыв нужно заслужить. Знаете, да, такую историю? Потому что до года это даже не считается срывом. Это считается продолжением употребления. И вот есть определенная цикличность в природе. Цикличность годовая. Там, весна, лето, осень, зима. Весна, лето, осень, зима. И вот этот вот цикл, он очень серьезный. Да? И вот ты прожил весну, лето, осень и зиму, и ты научился во все эти времена оставаться трезвым, это очень важно, да, и поэтому вот это время года, время вот этого первого такого тест-драйва, оно очень важное. Поэтому я тебе желаю еще там многих десятков лет этой трезвости, ты большой молодец, и действительно этот год, это основополагающий формированием фундамента этого выздоровления. И я поздравляю, Наташа, тебя и всех сотрудников. Это действительно, вот, ну, у нас тяжелая работа, в принципе, тяжелая, потому что мы как бы на передовой, заболевание, которое просто выкашивает людей. Ну, там, ни одна война не забрала столько, сколько забрала наркомания, алкоголизм. Вот. И все это сложно, это там истерики, эмоции, токсичность. Но когда наступают вот эти моменты, ты понимаешь, для чего ты это делаешь вообще. Ребят, поэтому я вас всех поздравляю. Вот, а тебе желаю, ну, прям сил и... Спасибо большое. Сил и мудрости в твоем пути. Ты молодец. Все, да? Есть слова? Да, у тебя... Я поставлю. Конечно, есть, ребят, такой тоже очень волнительный для меня момент. Я помню, как... Ну, я много раз думал о том, как это будет происходить, там, когда же это время настанет, там, ждал. И сегодня вот все вот так получается, да. Ну, не знаю, я прошел большой путь, этот год для меня, там, ну, дал мне много уроков, и... Было тяжело, было весело, там, по-разному было, но на сегодня я чувствую себя намного лучше, там, я помню, когда я год назад приехал сюда полуживой, там, или полумертвый, даже не знаю, как сказать правильнее, там, очень худой, с кучей страхов, с кучей последствий, и я боялся просто даже, там, разговаривать с людьми, не мог что-то сказать,
поставить, ну, там, два предложения, как бы, связать. И сегодня я, ну, чувствую себя хорошо, чувствую себя намного увереннее, за что я, ну, очень благодарен этому центру, этому месту, людям, которые работали со мной, которые там уделяли мне время, которые никогда не отказывали мне и, ну, давали напутствие и говорили, как поступить в той или иной ситуации. Ну, еще раз, большой поклон этому центру и, ну, не знаю, я написал, у меня есть напутствие для новичка, там, мой консультант Наталья Игоревна сказала, что это важный момент вот в сегодняшнем дне для меня. Я прочитаю. Здравствуй, дорогой новичок. Меня зовут Леня, и сегодня я выписываюсь с реабилитационного центра. В связи с этим хочу сказать тебе напутственные слова. Скажу самое главное. Как ты, наверное, уже слышал от ребят, это лучшее место, где ты мог сегодня оказаться. Это действительно правда. Я проверил на себе. Здесь ты обретешь возможность наладить свою жизнь, начнешь восстанавливать то, что разрушил и потерял. Второе, ничего не бойся, доверься окружающим тебя людям во всем. Это очень поможет и положит хорошее начало. За год, который я провел здесь, я абсолютно каждый день чувствовал себя в безопасности. Чего желаю и тебе. Скажу честно, не всегда будет легко и приятно. Но проживая трудности и сталкиваясь с напряжением, ты получишь бесценный опыт, который поможет в будущем. Если боишься, говори. Злишься, говори. Не знаешь, что делать, тоже говори. Ведь ты и так много молчал. Дай себе волю говорить, и это будет работать для тебя. Здесь я нашел людей, которым начал доверять. Я старался, работал, участвовал. И со временем тоже заслужил доверие. Поверь мне, это безумно круто и приятно, когда тебе доверяют. Это толкало меня вперед и не давало опускать руки в самые тяжелые моменты. Вокруг меня уже были люди, к которым я мог обратиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней. Я благодарен им за это и готов дать им то же, что получал от них. Это называется здоровые отношения. У меня появились эти отношения. Доверься этому месту, и у тебя появятся такие отношения. Я тебе обещаю. Ты на правильном пути. Все, спасибо. Круто. Все, провожаем мы. Да, поздравляем!